Я очень люблю вести дневник ежедневный. Мало того, я в этот дневник записываю, бывает даже несколько раз в день какие-то записи делаю. Что это за дневник? Это диктофон на моем айфоне. И вот когда мне хочется какие-то мысли высказать, и не просто подумать их, а вот именно высказать какие-то свои соображения, умозаключения, я включаю запись, называю время, число, год, день, год и говорю. Иногда задаю вопросы, и вдруг приходит ответ. Интересно, а кто этот ответ мне присылает? Ну, я догадываюсь. А вы знаете, кто вам иногда дает ответы на ваши вопросы? Эти ответы не рождаются у нас в голове. Они к нам приходят из информационного поля. Вот решила с вами поделиться. Кстати, это для ленивых, потому что брать блокнот, записывать какие-то свои ноутс, ну, может быть, это тоже работает, и наверняка работает, но телефон всегда под рукой, и это гораздо быстрее. Наговорил себе, наговорил, ответил, посмеялся, и эмоции там сразу, вот, и чувствуешь себя намного легче, вроде как пообщался с умным человеком.